С 1 мая начнутся перевозки дачников садового общества по 39 маршрутам. В исполкоме ожидают ежедневный пассажиропоток в 3-4 тысячи челнинцев. Расписание автобусов остается прежним, оно сформировано с учетом пожеланий граждан. Количество мы не уменьшали. Будут комфортные перевозки для пассажиров, где большой пассажиропоток. Это будут автобусы большой вместимости, где маленькие станты, где пассажиропоток небольшой, это будут автобусы небольшой вместимости. Дачникам стоит помнить и о пожарной безопасности. Огонь может нанести непоправимый вред здоровью и лишить нажитого имущества. Трагическим примером служит прошлогодний пожар в СНТ Кама. Вспыхнула сухая трава, порывистый ветер усилил возгорание, в результате чего огонь объял 26 домов. Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. В период функционирования особого противопожарного режима запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни и пожарных остатков. Использование открытого огня и разведение костров. Организовать работу добровольных пожарных команд и дружин садоводческих товариществ. Содержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним. Дачники уже начали посещать свои участки, а некоторые даже открыли сезон летнего отдыха с костром и шашлыками. Сотрудники МЧС напоминают, что 25 апреля начинает действовать противопожарный режим. Руслан Бекмухаметов, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ.